Алло, коллеги, всех приветствую. Очень рад, что подключились. Достаточно много. Рустам, бонжур. Да, добрый день всем. Так, ну, давайте начнем. Мы вообще первый раз устраиваем вебинар, и вот в такое время непростое решили как-то быть ближе, на связи, и делали недавно опрос. Спасибо всем, кто ответил. Вот, 100% людей ответили на то, что проведение именно вебинаров по обновлениям будет полезно, поэтому мы решили как бы с этого и начать. Вот, следующий вебинар мы хотим проводить, по обновлениям, естественно, будем проводить тоже, как мы обновляемся раз в две недели, мы будем уже регулярно это делать. Вот, вебинары тематические тоже будем проводить, сейчас как раз по опросам выявляем наиболее интересную тему, и в ближайшее время также оповестим всех на e-mail и проведем. Вот. Каждый вебинар мы будем записывать, поэтому сейчас я просто еще расскажу, анонсирую немножечко. Мы формируем справку. Она будет доступна на сайте, уже не в закрытом разделе, как у нас было раньше в админ-панели. Она будет на сайте, она будет для всех доступна. То есть появился у вас новый сотрудник, либо вам что-то непонятно, всегда можно будет зайти в справку, посмотреть. Вот. И тематические вебинары мы будем записывать, и также эти видео будем выкладывать туда. Поэтому всегда можно будет к ним вернуться, посмотреть, как заполнить калькуляцию блокнотов, как указать, например, сроки производства или еще что-то. То есть там все это будет. Так, ну давайте потихонечку начнем. Еще раз всех приветствую, кто подключился только что. Так, все, наверное, видели последнее обновление. Это такой достаточно большой список. Давайте мы прям с каждого, там, с первого пункта и пойдем. А если будут какие-то вопросы, просьба писать в чате. У нас есть модератор чата Игорь. Он постарается вам актуально, оперативно отвечать на вопросы. Вот. Если у кого-то есть прям какой-то срочный вопрос, пожалуйста, нажимайте «Поднять руку», и когда я какую-то логическую цепочку закончу, мы можем уже пообщаться. Итак, первое, сайт. Добавлен новый виджет калькуляции. Кстати, еще одну вещь скажу. Каждое обновление, может быть, вы уже заметили, самая первая новость, мы стараемся писать ту новость, которая самая главная из всех этих новостей в обновлении. Поэтому добавлю новый виджет калькуляции. Теперь вы можете добавить калькулятор продукции на любую страничку сайта. Где это может применяться? Например, вы делаете посадочную страничку по визиткам. И, например, делаете эти странички по каждому там, городу, и у вас этих страничек там 400 или 500 штук. Вот. Раньше такой возможности не было. Вы делаете посадочную, клиент читает информацию, там, смотрит новости, ему нужно нажать на кнопку, чтобы перейти в калькуляцию на страничку продукции. Сейчас же это можно интегрировать прямо в посадочную. Мало того, это можно интегрировать в любую страничку, куда вы захотите. Давайте посмотрим пример. Например, мы открываем новость. Здесь написали какую-то новость, и вот мы сюда поставили виджет калькуляции. Пожалуйста, клиент может непосредственно сразу прямо в новости посчитать. Либо мы сделали посадочную страничку, лендинг, фотокниг. Вот, мы сюда воткнули тоже виджет фотогалереи, тоже к нему вернемся позже. И смотрите, сюда же мы тоже встроили виджет калькуляции. Дальше посадочная страничка может продолжаться. Она может быть там очень длинной, очень большой. Поэтому имейте в виду, теперь можно виджет калькуляции встраивать в любую страничку. И это очень интересный и такой полезный функционал. Второе. Сайт. Страница после оформления заказа. То есть, когда мы оформили заказ, нам показывается ваш заказ номера такой-то. Отображение информации о менеджере клиента. Показывается его фотография, имя, телефон и e-mail. Это мы сделали недавно, когда только карантин начался, мы сделали опрос клиентов. Что вы хотите, чтобы мы сделали срочно, отложили какие-то дела? И нам несколько типографий сообщили следующую информацию. Мы перешли на удаленку, менеджеры все сидят по домам. Клиенты, если раньше звонили на офисные телефоны, легко было найти любого менеджера, то сейчас это, ну, как бы вызывает затруднение. Пожалуйста,
покажите после оформления заказа в e-mail, пожалуйста, включите эту информацию. Везде как можно больше показывайте информацию о менеджере, о его контактах, кто конкретный менеджер и прочее. Вот, мы это реализовали, давайте посмотрим, как это выглядит. Мы сейчас совершим небольшой заказ. Так, одну секундочку. Раньше, на самом деле, информация о менеджере была, но она не показывалась ни в письмах, уведомлениях о статусах заказах, ни после совершения заказа. Она была только в личном кабинете. Сейчас же, когда я оформляю заказ, у нас идет, то есть информация о менеджере показывается здесь. Также я, например, сейчас зайду в письмо. Мне приходит письмо о моем заказе. И также здесь информация о менеджере дублируется тоже здесь. Здесь пока нет фотографии, мы это чуть позже тоже сделаем. Так, давайте мы продолжим. Я вам сразу показал третий пункт, то есть письмо клиенту, новый заказ, оплата заказа, изменение статуса заказа, добавление добавленная информация о менеджере клиента. То есть мы только что с вами письмо тоже посмотрели. Следующий пункт. Сайт. Блок. Возможность настраивать отображение. Добавлены новые настройки отображения статей на страничке. Сейчас, одну секундочку. Первое. Теперь можно настраивать количество статей на страничке. Так, сейчас мы откроем. Это касается не только блога, это касается вообще виджета новостей и блога. То есть это на самом деле все одно и то же. Вот. Это настраивается у нас в разделе «Контент», «Наполнение сайта», «Новости», «Блог». Зайдем, например, в виджет новостей. И вот здесь появился этот раздел. То есть первое отображение может быть стандартным, может быть блоками. То есть что такое стандартный? Это мы видим сейчас. То есть идет запись. То есть они идут подряд вертикально. Я могу выбрать отображение блоками. Будет отображаться вот такими квадратиками. Я могу указать количество статей на страничке. Дальше включается пагинация. То есть, если вы укажете 3, то у вас показывается 3, и дальше уже листаете. То есть, кому как удобно, это можно настроить. Вот. А что еще здесь есть? Отображать заголовки статьи или отображать ссылку на статью. Сейчас объясню, для чего мы это сделали. Некоторые клиенты попросили нас добавить возможность, чтобы удобно как-то размещать отзывы. Поэтому мы из этого виджета попробовали превратить его в том числе в виджет отзывов. Он пока не принимает отзывы на сайте, то есть вы его можете только сформировать вручную, но это выглядит достаточно интересно. Тот же самый виджет новостей или тот же самый виджет блога может превратиться вот в такой виджет отзывов. То есть вы пишете отзыв, можно даже публиковать фотографии. Здесь дата отзыва. И, например, вы можете в тегах отображать источник отзыва с Фейсбука, с сайта, с Инстаграм и так далее. То есть видите, да, здесь нету ссылки читать там статью, новость, блог. То есть это как раз убирается вот здесь. Вот. Давайте мы зайдем, посмотрим вот отзывы. Отображение. Видите, да, здесь мы убрали заголовки и убрали ссылку на статью. Вот, поэтому если у вас есть отзывы, можете сформировать страничку на сайте, и это будет дополнительный контент для ваших клиентов и дополнительное доверие со стороны клиентов к вам. Так, следующий пункт. Форма счета для Германии. Выберите в реквизитах валюту. Я здесь долго останавливаться не буду, потому что это сделано для клиента из Германии, то есть там появилось отображение счета, как положено это в Германии. Следующий сайт. Расширенный виджет фотогалерея.
Это мы делали по запросу одного клиента, также это доступно всем. Добавлена возможность указать теги и изображение у изображения галереи. Теперь при создании виджета фотогалерея нужно указать выбор, по которому будет отображено изображение галереи. Это теги или галерея. То есть, например, если вы формируете галерею для блокнотов, то можете ее назвать фотогалерея для блокнотов и сделать отдельно. Сейчас покажем. Это находится у нас в контенте наполнения сайта. Фотогалерея. Вот давайте мы зайдем в какую-нибудь... Так, секундочку. Например, портфолио визиток. Так, Игорь, подключись, пожалуйста. Да, там надо нажать на карандаш, чтобы редактировать изображение, само изображение. Да, а напомни, пожалуйста, где мы фотокниги делали? Не помнишь? Нет, по-моему, в открытке добавляли. Или там было очень много изображений. Так, окей, давай по визиткам посмотрим. Ну, это просто... Угу. Да, вот. То есть мы заходим в фотогалерею, нажимаем на карандашик на фотографии и выбираем уже теги. Например, Италия, там еще что-то, красные визитки или визитки soft touch, или визитки там высокая печать, или еще что-то. То есть те теги, которые ну, вы считаете нужным указать. И дальше мы заходим в виджет. Вот мы сделали, например, виджет для фотокниг. Вот. И здесь, в этом виджете, я уже могу выбрать теги, по которым буду брать из фотогалерей фотографии. Пример. Вы делаете посадочную страничку для фотокниг, например. Я небольшой специалист в фотокнигах, ну, например, lay flat или там еще что-то. И вам нужно собрать фотографии именно по этому тегу. Пожалуйста, вы создаете фотогалерею, указываете теги. Здесь уже собираете, например, фотокнига на скобе. И этот виджет вставляете на посадочную страничку. Посадочная страничка посвящена только фотокнигам, например, lay flat. Или вы делаете выпускные фотокниги там в сезон, да, там в мае-июне месяце. И вы тоже разместили очень большое количество фотографий с тегами, там, выпускные фотоальбомы в том числе. И вы можете собрать точечно только изображения фотокниг выпускных и разместить их на посадочной страничке. Вот, мы как раз постарались это в лендинге сделать. Вот, мы здесь вот сюда поставили этот виджет и отобразили фотокниги, ну, так скажем, с тегом на скобе. Вот, всем понятно? То есть, если есть вопросы, пожалуйста, в чатик можете написать. Так, давайте дальше. Сайт, модуль калькуляции, загрузка файла. А раньше не было возможности указать расширение, теперь появилось. Сейчас мы сначала покажем продукт. Например, визитка. И вот здесь, например, загрузите референс. PDF AI. То есть теперь этот модуль позволяет загружать только с теми расширениями, которые вы указали. Давайте мы зайдем в визитки. Вот видите, то есть здесь указано большое количество расширений, которые вы можете выбрать. Вот. Также вы здесь можете указать обязательный параметр или необязательный. Если параметр обязательный, то клиент не сможет положить в корзину, пока не загрузит файлы. Следующая новость. Модуль калькуляции заголовок. Возможность скрывать модуль калькуляции после заголовка в случае, если заголовок не закреплен за модулем. Давайте, ну, как раз мы сейчас с вами посмотрели этот вариант. То есть теперь вы можете сделать заголовки закрываемые. То есть как в данном случае. То есть для чего это сделано? Чтобы, например, если у вас большая калькуляция и получается такой достаточно сложный калькулятор для клиентов, чтобы сильно его не нагружать, вы можете дополнительные параметры или еще какую-то информацию убрать вот в скрываемый заголовок.
Как это делается, давайте мы вам сейчас покажем. Все вы, наверное, видели модули калькуляции. Вы заходите в отображение для сайта, и здесь появляется такой вот бегунок. То есть, включая, он у вас становится вот таким скрываемым. А сразу скажу, что у нас, смотрите, здесь отображается два заголовка, но на самом деле у нас три заголовка. Один из заголовков у нас прикреплен. Вот видите, тиражи заголовок. Он у нас прикреплен к модулю тиражи, поэтому в новости написано только не закрепленные. Если я его сейчас откреплю, пожалуйста, здесь у нас появляется, и я тоже могу его скрывать. Давайте продолжим дальше. Личный кабинет. Обновленный дизайн личного кабинета клиента. Вкладка «Профиль», «Данные» и «Заказы». Это опять-таки было связано с просьбой нескольких клиентов о том, чтобы еще более явно показать информацию о менеджере. Мы немножко упростили дизайн кабинета, расставили все по своим местам. То есть теперь появилась информация о личном менеджере практически на каждой страничке. То есть мы сейчас находимся в профиле. Здесь все тоже осталось то же самое. То есть можно пополнить баланс, информация о клиенте, настройка оповещений и личный менеджер. Дальше данные моих там, покупателей, получателей и адресов. Также здесь есть информация о менеджере. И также мы продублировали в заказах. Тоже это можете отдельно уже посмотреть на своих сайтах. Так, продолжим. CRM-система. Новая логика работы с заказами при подключенном модуле отгрузок. Ну, здесь у нас немного клиентов, которые используют модуль отгрузки. Давайте я немножечко объясню вообще, для чего нужен модуль отгрузки и кому он нужен, а кому не нужен. Те типографии, которые работают с посредниками, то есть с рекламными агентствами, они в основном используют этот модуль отгрузки. Объясню, для чего это удобно. А посредники, они, как правило, заказывают, то есть делают, размещают много заказов в течение дня и каждый день практически. И иногда, ну не иногда, а даже в большинстве своем случаев, они просят отправку заказов по мере готовности. И даже не по мере готовности всего заказа, а отдельных товаров. Например, они сделали у вас заказ в четверг, а в пятницу, что готово, они хотят, чтобы вы отправили им уже. Неважно, что весь заказ еще не скомплектован, но листовки и визитки, которые там готовы, нужно отправить. Поэтому, когда вы подключаете модуль отгрузок, у вас появляется возможность выбрать точечно товары из заказа, добавить их в отдельную отгрузку и отправить их уже отдельной отгрузкой. Вот, это небольшая преамбула о том, что такое вообще модуль отгрузки. Теперь, у нас раньше была возможность завершать отгрузку, и у вас сразу же прикреплены к статусам отгрузки статусы заказов, и у вас завершаются заказы. Но также у вас была возможность завершить заказы. Вот. Сейчас мы эту возможность убрали, теперь заказы завершить нельзя. Это именно те, кто работает с отгрузками, еще раз поясню. То есть заказы теперь просто завершить нельзя, это завершается, то есть это делается теперь только через отгрузки, потому что это приводит к небольшой путаницы в будущем. Вот. Соответственно, статус по отгрузкам отгружен, так называемый хардкорный статус, который вы не можете ни удалить, ни, там, ни создать. Да? То есть есть у всех статусов есть два таких жестких статуса. Это новый, то есть самый первый статус, и самый последний статус. Как правило, это либо завершен, либо отгружен, если вот мы говорим про отгрузки. Так вот, сейчас статус отгружен жестко связан со статусом завершен у заказов. Поэтому, когда вы завершаете отгрузку, все заказы, которые находятся, или все товары, которые находятся в этой отгрузке, они становятся завершенными. И если вы нечаянно нажали, то есть указали статус отгрузки «отгружен» и возвращаете обратно, например, то есть отгрузку возвращаете обратно там, в процессе или на комплектацию, заказы, которые завершились в результате этой отгрузки, они также вернутся на предыдущие статусы. Так, давайте продолжим дальше. Значит, CRM. Логика подсчета долга клиента. Давайте мы это посмотрим. Мы немножко изменили логику. Сейчас, одну секунду.
Вот здесь, смотрите, мы даже сделали описание. То есть сумма долга теперь по неоплаченным заказам со статусом «завершен» или с гарантией оплаты. Не учитывается пополнение баланса. Вот. И минусуется из всего этого стоимость доставки заказа. Плюс стоимость доставки неоплаченных отгрузок со статусом «завершен». Это немножечко тяжело, это вам надо самим будет прочитать. То есть зайдете в любого клиента, посмотрите, прочитаете, еще вникните, то есть в саму формулу. Вот теперь здесь более корректная информация. Раньше здесь кое-чего не отображалось. Вот, и давайте сразу следующий пункт, потому что он касается тоже этого же. То есть карточка клиента, детализация долга клиента. Теперь мы сделали удобную функцию. Вы можете нажать на долг и посмотреть, по каким заказам у вас долг. То есть тоже можно здесь посмотреть. Давайте я немножечко сейчас сделаю паузу, остановлюсь, пока мы перейдем к следующему, это к SEO. Если какие-то есть вопросы, вы можете поднять руку или написать в чат, я постараюсь на это ответить. То есть по предыдущим пунктам, которые мы с вами только что рассказали. Есть вопросы? Может быть, в чат кто-то напишет, а я попробую ответить. Так, еще раз. Так, я вижу какие-то проблемы со звуком. Александр. Александр Семенов, вы слышите нас, да, сейчас? Ага, вижу. Просят показать, как создать виджет калькуляции. Да, давайте мы попробуем это сделать. Так, мы заходим в раздел «Контент-виджеты». Нажимаем «Добавить». Вот здесь появился «Калькуляция продукции». Нажимаем «Создать». Выбираем «Продукцию». Давайте что-нибудь выберем. Ну, пусть это будет дипломная работа. Любое название, которое вам... Так, отображение калькулятора. Давайте укажем стандартный. Сохранить. После сохранения у меня появляется код для установки на сайт. Я его копирую. И давайте мы попробуем его вставить на какую-нибудь страничку. Так. Ну вот, кстати, давайте попробуем в корпоративный кабинет. Мы сейчас сразу здесь откроем его на сайте. Вот, видите, здесь ничего нету. Нужно включить виджет нужно. Он по умолчанию выключен. Да, я, как всегда, тоже забываю. То есть, когда виджет создается, он выключен. Вот видите, мы добавили этот виджет. Дипломная работа. Так. Все понятно? Так, Александр, если слышно нас, дай какую-нибудь обратную связь. Ага, Андрей Демидов, да, спасибо, все понятно. Окей. Так, есть еще вопросы по предыдущим? Что еще показать я могу, пока приступим к следующему? Ага, все, Саш, слышно нас, да, отлично. Так, здесь у нас есть еще Александр Маковеев, вот как раз про отгрузки. Александр, нет у вас вопросов по отгрузкам, потому что вы используете модуль отгрузки? Я могу еще раз объяснить более подробно, если есть какой-то вопрос, если непонятно. То есть вы как раз работаете с отгрузками, теперь вы не можете завершать заказы. То есть это все делается через отгрузки. Вопросов, я так понимаю, нет. Ага, давайте продолжим тогда.
Так, следующее. Значит, CRM, тоже это относится к CRM. Настройка SEO. Возможность установки ежедневной автоматической генерации карты сайта. Я думаю, сейчас вот Никита у нас, который участвует в чате тоже, этому обрадуется. То есть ребята просили у нас, чтобы генерация карты сайта создавалась автоматически на ежедневной основе. Так, это у нас сделано в SEO, по-моему. Да, общие настройки. То есть теперь вы можете поставить галочку «Ежедневное автоматическое обновление карта сайта». Для чего это нужно? То есть если вы создаете каждый день, ну или часто, очень часто, дополнительные странички, посадочные, лендинги или просто странички на сайт, какие-то разделы, то каждый раз ходить в настройки, нажимать «Создать карту сайта» неудобно. Вы можете эту функцию установить вот здесь, и она будет создаваться автоматически. Ежедневно. Так, давайте следующее. CRM, карточка заказа, возможность изменить наименование товара для счета. Некоторые клиенты типографии просят, например, при заказе, да, указать не блокнот на скобе или еще что-то, просто запечатанную продукцию. Теперь вы это можете сделать, то есть ваши менеджеры это могут сделать сами. Так, давайте мы зайдем. Игорь, подскажи, пожалуйста, у нас в каком это? В 11-м заказе. В 11-м. Там, где ИП. Да-да-да, окей. Вот, смотрите, вы зашли в заказ, вы доходите до состава заказа и видите, например, товаровизитку. То есть, нажимая на «Изменить данные», вы можете указать, как наименование будет отображаться в счете. Теперь мы зайдем в документы, счет на оплату. Вот мы видим запечатанную продукцию. Соответственно, если мы... удалим, будет стандартное отображение товара. Так, здесь, надеюсь, все понятно. Так, следующая карточка заказа, отображение промокода, по которому был оформлен заказ. Это тоже просили некоторые наши клиенты, которые используют активно промокоды. Вот. Но они хотели видеть, что заказ пришел именно по этому промокоду. Так, например, мы подготовили заказ номер 3, используя промокод антивирус 2000. 20, вот в данном месте он отображается. Сразу отвечу на возможный вопрос. Можно ли сделать отчет по заказам с промокодами? Мы эту задачку поставили в очередь и надеюсь, что в ближайших 3-4 обновлениях мы это постараемся реализовать. То есть вы сможете делать уже в отчетах, в разделе отчеты, выборку по заказам, по промокодам. Сколько было заказов по такому промокоду, сколько по такому, сколько по другому и так далее. Так, следующая CRM-карточка заказа, отображение, CRM-отчеты, добавлен фильтр заказа по юрлицам и по физлицам. Тоже несколько клиентов просили в отчетах, чтобы можно было сравнить отчет по заказам, которые оформили юрлица и физлицу. Делается это очень просто. Мы выбираем клиента. Вот. И здесь внизу появился тип плательщика. Физлицо. То есть я вижу 4 заказа, которые были оформлены на физлицо и юрлицо. Вот один заказ, который был оформлен на юрлицо. Также у вас доступен фильтр компания, точнее плательщик. То есть вы можете выбрать конкретно, какое юрлицо оформило. Например, вот, ну, у нас здесь сразу говорю, да, просто левые организации, поэтому ТКС Казань ни одного, ТКС Энерго. Заказ тоже можете отфильтровать и выгрузку сделать в файл и дальше с этой информацией работать. Так, еще хочу вернуться, я кое-что пропустил, я хочу еще раз вернуться в пункт «Новая логика работы с заказами при подключенном модуле отгрузок». Раньше вы могли формировать отгрузку, то есть те клиенты, которые работают именно с модулем отгрузки, раньше вы могли формировать отгрузку только из товаров. То есть мы заходим в магазин «Товары», вы могли выбрать конкретные товары и добавить в отгрузку. Теперь, когда мы сделали невозможность завершать заказы, а все делать через отгрузку, мы добавили возможность формировать отгрузку, в том числе и по заказам. Теперь вы можете выбрать заказ,
и создать отгрузку. Это уже в отгрузке. Вот. То есть теперь можно это делать и из списка заказов, а также вы можете зайти в заказ, и мы добавили кнопочку «Создать отгрузку». То есть и все товары, которые находятся в этом заказе, они сразу добавятся в отгрузку. Это очень удобно, то есть раньше вам приходилось выбирать товары. Так, ну у нас в принципе все по всем пунктам обновления последнего. Вот, какие у нас еще есть вопросы? Да, Максим, статьи блога можно вставить в виджет. Вообще, виджет можно вставить в любое место, хоть на главную страничку. Вот, у нас ребята, вот я не знаю, здесь присутствует или нет, Оплиграф, они как раз просили не так давно, по-моему, месяца полтора назад, они делают очень много посадочных страничек, вот, и они просили добавить в посадочную страничку виджет калькуляции. Вот, и мы в том числе для них это сделали. Так, Никита, про SEO не сказали. Никит, а вы, если есть микрофон, можете озвучить? Я просто не увидел, может, я отошел на секунду. Можете повторить, пожалуйста, по SEO, что сделать? Да. Да, Никит, смотрите, это касается пока не ваших разработок, да, а только этого обновления. По SEO возможность установки ежедневной автоматической генерации карты сайта. Давайте покажу. Вот видите. То есть теперь вы можете эту галочку нажать, у вас ежедневно будет автоматически обновляться карта сайта. В том числе для всех тоже хочу сказать, может быть, вы что-то пропустили в предыдущих обновлениях, здесь еще есть два других пункта. Теги robots, индекс follow и указывать устранить каноническую ссылку на саму себя. Давайте один из этих пунктов я вам покажу. Это нас консультируют тоже некоторые SEO-специалисты. Мы стараемся прислушаться это сделать. То есть что теперь, какое удобство появилось. Вот видите, здесь сразу можно параметры добавить. Прямо здесь. То есть не нужно заходить в robots. Прямо здесь я могу уже указать у конкретной странички визиток. Либо, если это касается странички контента. Так, сейчас. Вот. То есть здесь тоже это отображается. Так, Никит, все понятно? Да, спасибо. Так, Кирилл, здесь все вижу и слушаю. Этот функционал уже давно выкатили. Этот функционал выкатили мы в воскресенье. Ну, на Fine Art Print я его уже видел. Там был вопрос больше по микроразметке схемы Org, что не подтягивается цена, и цена по умолчанию ставится везде нули. Да, Кирилл, смотрите, по тем обновлениям, которые мы в том числе для вас делаем, да, это у нас вот есть с вами Excel-ка общая. Вот мы там отдельно с вами обсудим. Хорошо? То есть это хорошо, нет, просто то, что вы показываете сейчас, вот эти вот генерация карт и nofollow на индекс, я их уже видел. Да. Кирилл, это у нас вебинар для всех клиентов, не для вас. А, я понял, все хорошо. Да, с вами у нас отдельные, да, есть доработки, поэтому мы с вами отдельно обсудим. Все хорошо, я тогда не мешаю, слушаю, смотрю. Отзывам. Да, в том числе по отзывам, по схеме Орг и отзывам. Так, есть еще какие-то вопросы? Так, как, кстати, виджет калькуляции мы уже посмотрели. Так, коллеги, давайте еще раз по списку пробежимся. Посмотрите глазами, может быть, есть какой-то вопрос, я могу еще раз показать на сайте, прям как что сделать, где это находится и как это можно использовать. Итак, виджет калькуляции мы посмотрели, я создал, то есть могу еще раз сделать, если есть необходимость. А какие еще важные вещи?
блок, виджет-блок новости, настраивать отображение, тоже посмотрели. То есть в том числе показал, что из этого можно сделать страничку с отзывами. Давайте мы еще раз ее откроем. Вот видите, тот же самый блок или новости. Так, фотогалерея, возможность создавать фотогалерею и добавлять теги к фотографиям. Тоже посмотрели, это как раз вот для ребят из Final Print очень нужно было. Так что теперь вы можете закачивать большое количество фотографий, указывать теги, которые вам нужны, и выдергивать, создавать виджет, указывать тег конкретный, который вам нужен, добавлять его на посадочную страничку. Например, блокноты красные, soft touch, например. Выдергивайте, все фотографии с этими тегами будут отображаться в этом. Ага, да, Никита, отлично. Так, если нет вопросов, тогда мы можем, я думаю, завершать. Да, Николай, я думаю, мы отдельно с вами обсудим то, что касается именно вас. Так, если нет вопросов, давайте мы тогда сегодня вебинар завершим. Спасибо большое всем, кто подключился. Кто-то немножечко опоздал, потому что было меньше людей. Вот. Если что-то непонятно будет и что-то забыли, задать какой-то вопрос, пожалуйста, есть наша почта, можете писать, есть сервис-деск, можете писать заявки. Вот. Мы будем стараться на регулярной основе, еще раз повторюсь, проводить эти вебинары по обновлениям. Вот. И в скором времени мы сделаем вебинар тематический по каким-то конкретным разделам, например, админ-панели. Вот. Буквально два или три дня назад мы с одним новым клиентом, а также по Zoom, разбирали калькуляцию блокнота. Вот, то есть у них были сложности с созданием. Мы постараемся, там действительно не простой продукт, он у них печатается как на цифре, так и шелкография. Вот, и мы там очень к интересным таким моментам пришли. Поэтому мы это в блоге скоро опубликуем. Также можете посмотреть, что-то для себя взять. Так, можно в двух словах первые 5 минут вебинара. Так, Александр, там первые 5 минут вебинара я просто говорил о том, что мы сейчас начинаем эту серию вебинаров про обновление, а также будут тематические вебинары. Вот, поэтому подключайте своих сотрудников к тематическим вебинарам, будем рассказывать. Эти тематические вебинары, их можно назвать даже обучением. То есть мы будем рассказывать про конкретные разделы, как создать продукт, как создать калькуляцию, как создать посадочные странички, вопросы касательно SEO. Мы сейчас ведем переговоры с одним специалистом SEO, который в свое время нам очень сильно помог в наших посадочных страничках. Поэтому тоже скоро сделаю рассылку с опросом. Если кому будет интересно, тоже давайте поучаствуем. Я прям приглашу его в Zoom, и можно будет задать ему вопросы. Вот, если интересно, пожалуйста, что-нибудь можете отписать в чате, кому интересно. Угу. Вот. Возможно, у меня получится уговорить одного из наших клиентов, если они готовы будут поделиться своими наработками по SEO, тоже их привлечем. И, кстати, еще. После того, как мы провели опрос, один из клиентов нам отписался. Очень здорово, что вы начинаете вебинары, а было бы круто провести вебинар на тему сотрудничества или обмен опытом. Вот. То есть в каком плане обмен опыта, это понятно, да, кто как продвигается, у кого какие инструменты работают, не работают и прочее. Здесь у меня сомнения, я не знаю, кто-то готов поделиться этим. Если кто-то готов, также можете, мы сделаем, скорее всего, тоже опрос. Если кто-то готов поделиться, мы с удовольствием организуем вебинар и поделимся. Я знаю, что ребята из OpPolygraph, они готовы поделиться, потому что я у них уже много раз спрашивал, они готовы поделиться. Я думаю, мы организуем что-то такое. Вот, если еще кто-то готов, пожалуйста, напишите мне письмо. И мы также организуем. Вот, а по поводу сотрудничества, там вопрос идет следующий. То есть он печатает, например, книги, но не печатает там рекламку или не печатает широкоформатку или еще что-то. А с кем можно было бы внутри нашей системы организовать
помните, да, у нас есть взаимодействие поставщик-агентство, то есть внутри CRM-систем можно вас сконтактировать, как бы объединить, и вы можете ту продукцию, которую не, сами не производите, взять с сайта нашего клиента и у себя поставить. Вот, поэтому, если это интересно, мы тоже такой же вебинар можем провести и просто каждый расскажет, что он делает, что он может и чем готов помочь. Так, вопрос шаблонов, добавление шаблонов. Александр, это про странички, да, мы говорим? Шаблоны страниц. Нет, так. А, шаблоны дизайнов. Я подключусь, имеется в виду, всем добрый день еще раз. Шаблоны дизайна совершенно верно. Дизайн обычных базовых вещей, которые есть. Ты говорил, что постоянно обновляется каталог, но, к сожалению, пока нет каких-либо значимых изменений, это слово вообще. И вопрос наших с тобой позапрошлого разговора. Это шаблоны, штампы, печати, вот эти вещи, которые, в принципе, в свободном доступе есть, но их нужно просто припилить к твоей системе, чтобы было удобно пользоваться. Да, понял, спасибо. Да, у нас тоже по опросам были такие ответы. Мы организуем отдельный вебинар тоже по дизайну, как их создавать и как добавлять. По поводу печатей, здесь я, к сожалению, могу только одну вещь сказать. Что касается квадратных вещей, прямоугольных, это легко. Что касается круглых, мы пока, наверное, не сможем что-то такого вам даже пообещать. То есть конструктора круглых вещей мы пока даже не планируем. К сожалению, наверное, для некоторых. Ага, вижу интерес еще у Максима тоже по печатям. Угу. Так, ну все, спасибо. Я больше времени тогда вашего отнимать не буду. А на этом тогда закончим. Спасибо всем, кто присутствовал. Мы на связи, мы работаем удаленно. Поэтому, если что, пишите. Все, всем спасибо. До свидания, всего хорошего.